пригласил вас, друзья, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет хулиган. Как хулиган? Зачем хулиган? Какой хулиган? Самый настоящий хулиган. Вот тена. Тут не было заботы. Да он же может нам разрушить план учебно-воспитательной работы. И главное, я будто чувствовал две вражеские лодки под воды. Сегодня мне снились всю ночь. Всплыли, перископы выставили, а сами такие огромные. И тут же уплыли прочь. А у одной в боку дыра и хищный нос, такой при этом. И на тебе письмо с утра. Вот говорят, не верь приметам. Что это за письма? Давай сюда. От друга Чмыхова Андрея. А может, шутка, ерунда. Давай, Антон, читай скорее. Сейчас. Ага. Вот с этой строчки советовать тебе я не берусь. Но едет к вам, я это знаю точно, известный хулиган по кличке Гусь. Гусь? 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 В детской комнате милиции на днях поставлен на учет. Вот это гусь. Вот это птица. Зачем он нам? На кой он черт? Он снизит показатели, испортит весь отчет. Доложим воспитателям, он будет здесь вот-вот. Мне эта мысль не нравится, чуть что, спасай, кричим. Нет, с хулиганом справиться придется нам самим. Хулиган, хулиган, избавиться бы выжить, пор в газете дать. Ребята, лучше выждать. Чего там выжидать? Зачем напрасно спорим, пока что не горит. Мы выждем и посмотрим, чего он натворит. Раз от него уже не скрыться, то мы включим его в отчет. Вот это гусь. Вот это птица. Зачем он нам? На кой он черт? Хулиган! Хулиган! Расширить интересы, пожалуй, в этом соль. Открытки шашки пресса свою сыграют роль. Ну как? Вот эта штука! Ребята, по рукам! Но никому ни звука, что едет хулиган! 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 К нам едет хулиган! Хулиган! Давай ему в работу серьезную возьмем! Хулиган! Проявим заботу известную о нем! К нам!